Всем привет! Сегодня сделаем отличное приспособление из старых автомобильных колодок. Поехали! See it.
Приспособа готова, осталось ее применить. Ну а для начала все это дело под домкратом. Сейчас надо будет открутить суппорт. Я недавно менял колодки, надеюсь, пойдет легко. Пошло еще легче, чем я думал. Вот, колодки новые. Ну и, собственно, для чего нужна наша приспособа? С легкостью можно сжать цилиндр. Я даже сам не ожидал, что так легко получится. Рабочая штука. Работает вообще отлично. Но раз уж все это разобрал, можно будет поменять штуцер. Также проверю направляющие. Ходят они отлично. Теперь ослаблю немного штуцер и прокачаю тормоза. Осталось установить колесо и убрать домкрат. В общем-то, рабочая приспособа получилась. Теперь мне не придется сжимать цилиндр по 15-20 минут, как я это делал ранее. Сжимал я их постоянно струбцинами, что было не совсем легко. А теперь все это дело будет намного легче. Ну а если идея вам была полезна, жмите палец вверх, пишите комментарии. Также пишите, что вам понравилось, что не понравилось. На этом у меня все. Пока.